Ассаламу алейкум вархматуллаху баракятух. Гранаты поспели, фрукты из рая. Чудеснейшие гранаты, посмотрите. Сейчас мы на разрезе посмотрим, насколько они созрели. Будем готовить коктейль. Вот я тут утром занимаюсь, как только солнце начинает падать на эту, так сказать, терраску йоговскую. Йога здесь немного. Также с помощью палки себе разрабатываю суставы. А это тренер мой, консультант по йоге. Тимон. Тимон, поздоровайся. Тима. Тимон. Тим. Ну вот. Нам достаточно будет двух гранатов, в принципе. Видите, на разрезе они вполне созревшие, хорошие. Вот я не люблю давилку, а буду в блендере это готовить. Тем более в косточках все самое ценное. Запомните, косточки это лучшее. Лучше это. И корки не выбрасывайте. Также я специи возьму сегодня. Это черный перец, куркума и шамбала или фенгурек, пожитник. Все для выравнивания гормонального фона. Плюс это железо, так как мы будем использовать сегодня свекольный квас, приготовленный нами в прошлый раз. Вы готовили? Нет? Тогда пойдет свекольный сок. Видите? Железо содержится как в гранате, так и в свекле. Двойная польза. Насыщение кислородом двойное здесь идет. Плюс оксид азота. Помните уже, да? Ну вот, поместим в этот же блендер специи все. И будем все это взбивать в течение 5 минут в миксере хорошенько. Вот, в принципе, взбито, готово. Наливаем наш напиток чудесный. Я быстро наливаю. Ну, нужно, видите, через ситечко наливать. И ложечкой так немножко его фильтровать. И напиток будет готов. Видите? По 2 стакана в день, друзья. До обеда.